Я вот так проложил магистраль. Здесь идет труба. Потом отсюда пойдет туда вода. Это так, чтобы поливать, чтобы лейка не бегать. Ну, когда давление появится в следующем году, там и фоггер будут стоять еще для рассадки. Так, тут идем дальше. Это, я думаю, прикопать. Угу. Идем. Так, тут у нас весенняя посадка. Тут, конечно, неухоженно. И пошла магистраль вниз. И одна сюда на бугры. Здесь у нас бугорки будут. Магистралька. Такая заглушка. Как раз дожди капают. Ништячок. Потом еще раз трамбанем. Тут у нас Сан-Андрес. Мурана. И Машенька. И здесь еще что-то посадим. Пока не определился, конечно. Вот. Здесь получается тоже что-нибудь посадим. Тройничок. Здесь поставим краник, получается. И здесь, наверное, краник. С краником, да, чтобы перекрывать, либо вот сюда будет идти, чтобы Азия плевалась у меня. Азия, конечно, заросла жестко. Что поделаешь? Времени не хватает. Рассадки тут полно. ОКС. Копанка. Открытый корень. Кому как. Удобней. Там у нас купчиха, полка, гигантелла, Елизавета. Елизавета вообще вся там в сорняках. Короче, да, тут в этом году слабо следили. Ничего, в следующем году справимся. Будет зашибись. Спасибо за внимание, товарищи.